8 июня в Казанском федеральном университете прошел круглый стол «Мы связаны одной судьбой – с тобой, Россия», приуроченный к празднованию Дню Победы. На мероприятии подвели итоги реализации программы развития гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. Также студенты презентовали свои проекты патриотического содержания. Это день, когда мы должны взяться все за руки и сказать: «Россия, мы тебя любим». Наверное, можно так говорить, можно так предполагать, но главное – чувственное восприятие тех вещей, которые есть у нас в обществе. Россия – это государство большое, с огромной географией, с большим одним вроде бы российским народом. Но у нас очень много национальностей. И это гордость. У нас есть своя культура, у нас есть свои традиции. И вот что нужно беречь и хранить. Много ли патриотов среди современной молодежи? И все-таки, да, много молодых людей любят свою родину, знают и гордятся ее историческим прошлым, верят в ее будущее. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.